Мне довелось вместе с кавалерийским полком, а у нас такой был, иногда этот полк называли полк имени Сергея Бондарчука, потому что его вообще создали для съемок «Войны и мира» фильма. Вот, а потом так и остался полк, и мне нужно было писать про него очерк. И, в общем, я прошел с ними большой-большой марш. Мы за один световой день прошли 100 километров. Я вас уверяю, это очень много. Там и в полку-то не все выдержали. Вот. А еще мы вели каждый рядом с собой так называемую заводную лошадь. То есть это вторая лошадь, ты ее за поводья держишь и ведешь рядом с собой. Из-за этого еще тяжелее. Вот, но шли, в общем-то, из направления, это Подмосковье, Алабино, к Верее. Но не прямой дорогой, а по всяким там этим самым деревням и селам, чтобы лошади копыта меньше сбивали там на асфальте. И сбегались вот уцелевшие жители и дачники там. Девчонки там, одна, помню, бежит, ой, говорит, уходят никто. И я написал после этого песню, который называется, как ни странно, «Серые глаза». Эскадрон идет в пыля, в белой пене трензеля. Собираются девчата, расступаются поля. Собираются девчата, расступаются поля. Головные не ленись, ну-ка, повод, ну-ка, рысь, разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Синеглазая строга смотрит словно на врага, целый день с ней тары-бары, чтобы вечером стога. Целый день с ней тары-бары, чтобы вечером стогам. С черноглазою, небось, все пошло бы в кривь и в кость. Целовались бы все время, спали много бы, но врозь. Целовались бы все время, спали много бы, но врозь. А сероглазая вполне подошла бы нрава мне, отношения прояснили бы за часок наедине, отношения прояснили бы за часок наедине. Так что головные не ленись, ну-ка, повод, ну-ка, рысь, разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись.